إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأصلي وأسلم على ختم المرسلين نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون Аллах Роббуль Гызза Кур'ани Керимда айта, «Эй иман китрушилар, эй мэтмин мусульманнар, сізге ураза тату, фарыз кылынды. Сізге кадар болғанларға фарыз кылынған кібік, бәлкі сіз тақвалыққа ерішірсіз» дейіп, Аллах Роббуль Гызза бізге Әл-Бақара сүресінде айта. Шуңа күрә жәмәғәт, Рамазан айлары мөбәрәк болсын. Һәр беребез шушы айда күбрәк изге гамәлләр сезнең белән эшлик. Һәр беребез Аллаһу Субханаһу ва Тааләгә якынайырга тырышыйк. Бу аятта әйтелә, элеккеге булган кавымнарга фарыз булган кебек. Электе ураза тотканнар җәмәгать, шулай ук ризыктан арынып торганнар. Ибраһим алейхиссаламның айның ортасында 3 көн ураза тота торган булган. Дәүд алейхиссаламныке 1 көн тотып, 1 көн ашап, көн аралаш тота торган булган. Һәм әлбәттә, һич шексез, иң беренче шушы дөньяда ураза тотучы ул була Адам алейхиссалам. Җәннәттән куылгач тында ул ураза тота. Риваятләрдә инде төрле шәкилә фикерләр файдадыр әйтелә 40 көн дип, шулай ук ризыктан азат ителү, ризыктан тыйылып тору, һәм хатын белән якынлык кылудан. Һәм җәмәгать шушы вакытта адам баласының күбрәк башы эшли, күбрәк ул Аллаһы Тәгаләгә якыная башлый. Интернетта шундай бер кызык әйбер күрдем. Там было написано, почему мы счастливы в месяц Рамадан, почему вот есть какое-то чувство счастья. И там ответ такой интересный, потому что человек, говорит, делает то, для чего он был создан. Человек делает то, верующий, в этот Рамадан, в месяц Рамадан, для чего он был создан. Нарсага яратылган булган. Кеше бик кызык бернинин элек жамаат биздин татар шахисларыбыз, әби-бабайларыбыз мәдрәсәдә укый торган булганнар бүттенесидер. Харифке әйләнә торган булганнар. Шуңа күрә язучыларның да күбесе мәдрәсәдә укыганнар. Габдулла Тукайның шундай бер кызык шигыре бар. Габдулла Тукайның ул шигыре әлбәттә мәктәп программасына кермәгән, но интернетта ул әлбәттә бар. Ул атала Рамазан гаетендә Иблиснең шайтанларга хитабы дип атала шушы шигыре. Шигыре бик кызык. Мин инде укып тормыйм монда шигырны. Монда әйтелә, шуның турында шайтан адаштырды дип, барысында аңа сылтарга яратабыз. Шайтан түгел бәлки, үзебез бик бузылган. Чөнки Рамазан айында шайтаннар әйшенәптә кишләләре, иблисләр ниләр, алар диңгезгә ыргытылып, богауланып. Әмма ләкин кеше бары бер ашый, татары да, кстати, ашый, мусульман дисен, әй, ашап йөри, ураза да тотмый, инде нитми. Әмма ләкин инде күбрәк бит шайтанга сылтаналар. Рамазан айында кемдә кем гынах кыла икән, шушы гынахка бәйләнгән икән, Рамазан айында да мин мусульман булып, ул белсен. Бу шайтан түгел, бу моның үзеннән. Шуңа күрә инде җәмәгать, һәр беребезгә шушы Рамазан шәриф айында гынахлардан арынырга Аллаһу Субханаһу ва Тааля һәр беребезгә ярдәмнәрен насыйп әйләсен. Шушы Рамазан айында күбрәк сезнең белән изгелек кылыйк, чөнки һәр бер изге гамәл 700 мәртәбә артыграк. Нинди генә гыйбадәт булмасын ул, Коръән уку, бер хәреф өчен 10 савап булса җәмәгать Рамазан айында ул икенче була. Шуңа күрә укый белмибез, ирәне башлый, һәм Аллаһ Роббуль Гызза безгә иншааллах бәрәкәт һәм сәгадәт иншааллах бирәчәк. В сборнике хадисов имама Бухари и имама Муслима приводится хадис. Однажды пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, стоял со своими сподвижниками. Сахабалар блянтула. Пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, здесь видите опять вопрос, ответ, он учил их сподвижников. Он начал задавать вопросы, кто из вас сегодня постился? Ну там был не Рамадан, а такой другой день. Абу Бакр, радиаллаху анху, все мы его знаем, он сказал, я сегодня постился. Все молчали. Кто из вас сегодня участвовал в похоронной процессии? Спросил посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. Абу Бакр сказал, я. Все молчали. Посланник Аллаха спросил, кто из вас накормил сегодня неимущего? Абу Бакр сказал, я.
кто из вас сегодня навестил больного? Абу-Бакр сказал: я. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: любой человек, кто сделал это, иншаллах, он зайдет в рай. Дженнатке кирешек. Кем был Абу-Бакр? Абу-Бакр, радиаллаху анху, кем был даул? Он был торговец. Бүгінгі тілді айтқанда, бизнесмен. Его все знали. То есть занятой человек, как мы с вами любим же говорить, такой деловой кіші була. Все у него расписано, все неткен. Шуны үлгере тұрған болған. Он был к этому дню не подготовлен. А значит, он делал это, старался делать каждый день. Харкенны, шуша эберны ішлерге тұрышты. Шуна көре жемеват, давайте и мы с вами постараемся делать больше благих дел. Көбірек изгаганнальдарны ішлерге. И, конечно же, больше проводить с кем? С близкими. Папу, маму позови на ифтар. Даже если не постятся. Ати, айда, посидим, покушаем, ошап алабыз. Әнеңні шақыр, неңні шақыр. Балаларыңны. Алхамдулилла, есть такие семьи, в доме украшения ставят для своих детей, недорога балаларға. Рамадан, у них там праздник прям. Субханалла, шарики там папа у него купил. Нелерін там, нелеріні қойғанлар. Бейрам ясыла. Біз де бейрам ясы. Кіші мұның үшін әжер сауап алаша. И, конечно же, месяц Рамадан постарайтесь больше улыбаться. Конечно, все такие грустные, злые, кушать все хотят. Но, тем не менее, улыбка – это садака, пророк Сарасалям сказал. Если улыбнемся брату-мусульманину, за это, инша Аллах, запишется награда. Азир суап язлаша. Аллах рубля вайзе, харбер изге гамаляры бізна кабуллардан эйлесен. Харбер бізге берекет хам сарадет бирсен. Хылан изге гамаляры бізна кабуллардан эйлеп. Харбер бізге жәннетте болып, хамына ар-райан ишекларынан жәннетке кереген насип эйлесен. Кыямет күндерінде Кәусәр елғасынан су ішерге насип эйлесен. Берек Аллаху ләна валикум фил Куръанил Карим. Ва нафа'ана ва ийякум бил аяти ва зикрил хаким. Иннаху хуа л-гафурур рахим. Ва самиу ад-дуа. Алхамдулиллахи Раббил Алямин, вассалату вассаламу аля набиина Мухаммадин, ва аля алихи ва асхабихи аджмаин, амма баъд. Аллахумма гафир лана дзнубана, Аллахумма рхамна, Аллахумма ахдина иля сиратил мустаким. Аллахумма инна насалука аль-худа ва-ттука ва-л-афафа ва-л-гина. Кали Аллаху Та'аля фи китабихи карим, ба'да а'узу биллахи мина шайтанир раджим. Инна Аллах ва малайкатаху юсалуна аля набии. يا أيها الذين آمنوا صل عليه وسلم تسليما إن الله يأمر بالعدل وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.